Книга «Открытым оком», том 22, тема «Природа», вопрос 3508. Слышал, что мать девочки, крещенной вашей общине, была возмущена тем, что вы подарили ей крылышки от птиц. Как это может быть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мать оказалась приверженцем особой любви к живым организмам, и это неплохо. Но тут полный перехлёст пошел и не сегодня. Явно, что она почерпнула сие от кого-то, может быть, из буддизма. У нас есть сад, и там птицы очень сильно портят и пожирают облепиху, малину и другие ягоды. И раздавливают арбузы, дыни, помидоры и огурцы. Оголтелые стаи невозможно отогнать ничем. А огородик и сад вдалеке от лагеря, совсем в стороне от деревни, на берегу озера, пруда. Вот я и начал их ловить в капканы и крылья с длинными хвостовыми перьями дарить детям на память. Это ястребы, грачи, вороны, сороки. Их тут тучи, место пустынное, поживиться им есть чем. Грач – птица более осторожная. Когда увидит, что в разных местах по периметру огорода вывешены их собратья, они покричат и удаляются. А сороки видят своих подружек, лишенных жизни, и тут же стрекочут, и снова воруют безостенчиво. Так вот, мама девочки Лены позвонила мне 16 августа 2007 года и в ультимативной форме заявила, чтобы я не ставил капканы, потому что пойманным больно. Я стал расспрашивать их о крысах, о хомяках, но оказалось, что и их ловить она не разрешает. Пусть живут. И если даже до последнего зернышка они сожрут, и там даже помереть придется с голоду, как выразилась, и нам даже помереть придется с голоду, как выразилась она, то и тогда не трогать их. Вижу, что ее уже понесло. А она все в такой ультимативной форме заявляет, что я стал далее узнавать, а как же быть с мясокомбинатом? Тут она милостиво разрешила, потому что ради пищи, но охотникам совершенно запретила убивать птиц и зверей. Как же насчет зверосовхозов и охотников? Не позволено, нельзя, преступно, подсудно. Так, как говорили, по мобильному то время было ограничено, но все же чуточку уразумел, что она в абсолютно категоричной форме поставила ультиматум, что ее дочери она не разрешает к нам в церковь приходить. Так что слова Натальи Приходько в адрес ее на собрании по поводу допуска к крещению Лены были абсолютно верными и непогрешительными. Обычно люди вступают в подобное общество защиты животных, имея за плечами массу абортов и других болезней. С этим своим заступничеством за зверушек как бы компенсируют случаи, когда шли против своей совести. Как и что здесь конкретно, не знаю, но она почти потребовала, чтобы я в ближайшую субботу был в городе, потому что нам где надо поговорить. В Потеряевке очень срочно нужен преподаватель английского языка, а муж этой женщины как раз такой. Им было предложено приехать сюда жить, тем более, что у них в городе с квартирой очень плохо. Живут на квартире, ухаживают за больным без всякой перспективы иметь квартиру ту, когда-либо. Но тут мы увидели, что им быть членами нашей деревенской общины абсолютно невозможно пока. Когда она тут была 29 июля 2007 года, то выдала перл ненависти к Библии. Везде в Библии, где написано что-либо по отношению к мужской власти над женщинами, где женщинам нужно молчать, все это надо переписать, местами поменять, чтобы мужчины молчали. Ясно, что у такой женщины муж будет никто, будет тряпкой сотлевшей. Положение можно бы выправить, послав ее в командировку в мусульманскую семью на положение хотя бы эффективной жены. Там бы быстро и легко она уразумела истину, кто от кого был создан впервые, римлянам 1.25. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Премудрость Соломона 15.19. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия, и благословения Его. Да мало ли что скажет суеслов. В наскольной живописи или в интернете с сожженной совестью сранцы готовят плов для миллиарда ради Магомеда. Но ни в Коране, ни в известной Торе нет ни намека совесть попирать, по слухам и молве бренчит и вторит монах полублатной, расхристанный пират. Им души вытряхнуть и капюшон набросить, три камелавки нахлобучить жадно, а с верой истинной с надломленной тростью расправиться и ко Христу ни шагу. Имея власть, все можно оправдать, грабеж, обман под именем Иисуса, устроить в пыточный исповедальный ад, где справедливость близко не подпустят.
Так можно совесть вовсе заморить, душою не считаться только с пузом. Такие в прошлом жили главари, от них лопнули бесовские союзы. Бог дал светильник, всечестное слово воздвиг, и переводчиков в достатке. Лишь нечестивец может против молвить, не взять гигиенической лопатки. Перетрясай, что слышишь и что зришь, не подпускай гортанью без проверки. Сосуд неплотный заползает мышь, и даже змеи в житиях нередко хранит душа. В молчании рот прикрой зубами и губами и ладонью. Злобуянный скройся, словно крот, не слушай, что развратный мир долдонит. Не искушайся встрять чужие споры, творя молитву мудрости добейся, полынной желчью невоздержанных кормят. Ораторствует мир подобных бестий. 17 августа 2007 года Игнатий Лапкин.